Ставь лайк, если ты просто бой найсик, бро. В этом видео ты увидишь не просто что-то мистическое, ты увидишь ностальгическое мистическое, и это сиреноголовый. Сиреноголовый, наш любимый монстр Тревора Хендерсона. Бенди да Демон обновил мод на него, свой крутой аддончик. Как ты видишь, я в Bedrock Edition, по обстановочке видно. И давай залезем в сундук. Не просто же так я сейчас стою около этой деревни, и именно около кузницы, потому что жители мне подготовили кое-что приятное. Вот такой вот сладкий подарочек. Просьба. Их заказ. Заказ жителей — это спасти их деревню, так сказать. Видишь, вот он. Он очень просил меня спасти эту деревню. Ладно, на самом деле это кузнец попросил. И вот смотри, Незерит броня. Сейчас мы ее оценим, как вообще, классно ли ее носить. Оп, оп. А знаешь, на самом деле, ну не идеально. Вот так вот это, ну солиднее в два раза, наверное. Такая интеллигенция просто, я не знаю. Давай еще меч на всякий случай возьмем. Здесь сейчас зачарованные яблочки припасены. И у меня вопрос, как я должен сражаться вот этим сиреноголовым. Ты же понимаешь, что, ну, это, по сути, как выйти голым, я не знаю. Да, все не в моде арбалеты, поэтому я могу сделать так, смотри. Просто раз, два, три, елочка, гори. Вот туда вот скинем этот арбалет, и все, тони, тони просто внизу. Хотя он выплывает все равно, типа, дай мне шанс, но, извини, не сегодня. Сейчас я покажу кое-какой замечательный крафт, который покажет всю мощь этого мода. Покажет, на что способны новые технологии Майнкрафта. Давай-ка я поставлю тогда верстачок вот сюда вот. Кстати, уже наступает вечер, а это значит, что все ближе и ближе пришествие сиреноголового. Не знаю, насколько ближе, но все же все приближается. Поэтому сейчас мне надо сделать вот это. Понял, да? Я сейчас делаю крафт. Только, надеюсь, память не подведет. Сейчас, мы методом тыков вспомним, как крафтить. Опа! Видишь? Вот такой вот крафт, чтобы скрафтить револьвер. Вот так он выглядит. То есть достаточно солидная пушка. И лучше тебе прямо сейчас поставить лайкусик за такой обзор мода. Теперь, вот он, давай я пока что еще не начал крафтить патроны, они нам тоже пригодятся. Как револьвер без патрона, это бред какой-то. Появляется вот такая вот, вот такой туман. Он, кстати, более красивый стал. Смотри, как он выглядит. То есть такой уже более туманистый, я не знаю. Хотя через него все видно, это странно, но что поделать. В общем, сиреноголовый появляется вроде как на этих вот волнах. Хотя не факт. Я не уверен, что он спавнится именно на них. Но в любом случае, как ты видишь, он захватывает всю деревню. Туман просто обволакивает даже все дома деревни. Это неприятно, страшно. Но ничего, если мы сделаем патроны, нас ничем не напугать. А делаются они вот так. Как ты видишь, называется не револьвер Амо. И как ты понимаешь, если за один, за три вот этих вот ресурса крафтится два патрона, это, если что, целая обойма. То есть если я скрафчу, вот 32 железа, 32 золота, 32 пороха, у нас выйдет целый стак револьвер Амо. И что это значит? Это значит, что мы можем заряжать свой арбалет. Целая обойма — это один патрон, как ты понял, да? То есть, сколько там? Бамс, бамс. Кстати, прицеливаться на shift. И... Ой-ой-ой, смотри, какой уворотливый. Вот это страшно, неприятно. Так, ну ничего, сейчас я попаду по нему. Бамс. Слушай, он же меня сейчас кинет, да? Ладно. Ну, пока что тренируемся, так сказать. Бамс, видал? Вот такая вот дикая штука. О! Идеально в цель. Ой! О, нет, 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 нет. Хотя у меня броня хорошая. Ну, я ни разу не попаду по нему. Он просто нереально быстро ускользает. Реально. Вот против кого эта штука просто не работает. Против эндермена чертового. Он реально уворачивается без шансов вообще. Ну, значит, в дело пойдет обычный меч. Ничто не может быть таким сильным, как простой меч. Он от любых вообще силенушек. Ну, ладно, уж забьем на него. Может, отстанет рано или поздно. Жители, не бойтесь. Сейчас я пойду искать сиреноголового и плотненько так сражаться с ним.
Вот мне надо встать в туман, наверное, я попробую. Бамс, бамс. Вот, видал, какой аимчик у профи? Найсика. Ну и встаем прямо по центру. С надеждой, что сиреноголовый придет. Бамс. Чё-то никого я не вижу. Ну, ничего. Подождем. Ой. А, это я нажал. Я зажал клавишу случайно и подумал, что это уже на меня выдвигается опасность. Но нет, как ты видишь, никакого сиреноголового. Придется еще ждать. Пам. Расскажу тебе о нем немножко. Именно вот в моде. Так ты его хорошо знаешь. Он появляется только ночью. Так написано в официальном моде вот этом. На официальной странице мода. Также он меняет цвет ночью. Поэтому его трудно увидеть, чтобы ты понимал. Представляешь? Трудно увидеть сиреноголового. То есть, если он где-то заспавнится, я не знаю, я могу его реально не увидеть. Я не представляю, как это работает, но похоже, что работает. Хотя у меня максимальная яркость, поэтому, возможно, это не учитывается. То есть, если ты на максимальной темноте, наверное, все потемнее будет. Я даже проверю сейчас. Вот зайдем в настройки и сменим яркость. Не, с такой-то яркостью, как ты видишь, все становится намного мрачнее. Но, как ты понимаешь, так я не смогу снимать слишком темно для Ютуба. Эх, а очень хотелось бы. Но, конечно, вот это редкое появление его наталкивает меня на одну хорошую мысль. Этот монстр очень подходит для 10 дней выживания, как мне кажется. То есть тебе надо успеть попрогрессировать и скрафтить револьвер, скрафтить себе кучу патрон. Ну, реально сложная темка. Очень сложно будет всего этого добиться, выживания. Интересно, какова вероятность его появления? Это остается секретом, загадочкой, но я могу пока что поесть яблок, которые мне припасли жители. Мне очень надо много еды. Я все-таки тот еще обжора. Хотя попусту бегаю, да? Ну, как бы, извините, фитоняши работают. Сжигаем калории и кушаем. Так, смотри-ка, я сейчас пшеницу сюда накидаю. И вот у меня уже 3 хлеба. Хлеб с яблоком. Новое, так сказать, кулинарное искусство, я не знаю. Просто топовый рецепт. Поели яблоко. С хлебом, и мне интересно, появляется он везде вообще или только в тумане? Вот это остается под вопросом. Если вы его дождались, то вы молодец. И вот он появился. Господи, идет на меня. Опа, осторожно, пошел отсюда. Это если я его на прицеле держу, то он отходит. Бамс. Так, пошел. Ну-ка. Свалил, я говорю. Оп. Нет! Ай-яй-яй, вот это было больно. Вот так вот ты закончишь даже с офигенной броней, если не съешь яблоко перед тем, как с ним сражаться. Вот это нужно было держать в голове. Think about it. Бам! Пошел! Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, спокойно. Яблочко. Интересно, сможет ли он меня тут достать? Да спокойно может! Ничего себе! Ай! Это очень больно. Ну-ка, пошли! Ой-ой-ой-ой-ой, сиреноголовый. Ладно, он не меня мочит, к счастью. Ой-ой-ой, он приближается! У него очень много крутых способностей. Вот, допустим, он стрелять умеет вот такой вот... Вот таким потоком воздуха, но, к счастью, он не попал, и я могу дальше сражаться с ним. Бежим! Отошел! А! Так. Я не знаю, помогает ли взять и убрать пистолет, чтобы он начинал отходить. Ничего себе, он меня мочканул. Фуф, я пережил эту атаку, как ты видишь. Довольно-то сильная штука. Ну и мы берем револьвер и... Давай отходи от меня. Не, смотри, он даже через воду проходит спокойно. О, отходит. Пошел, пошел. Так, перезаряжаемся. А то он явно приближается ко мне. Так. Ну, хотя бы 2 патрона из 4 попали. Еще, еще. Опять отходит. Смотри, какой сыклишка. Боишься? Нет, 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 я боюсь. Вот я боюсь, да. Тут спору нет.
Яблоко, яблоко, быстрее! Ой, как шатал он по мне. Вообще не ложится, смотри какой. Бамс. Опа. В небеса. Ну, не страшно, браток. Не больно. А мы тем временем наваливаем. Опа. Лег, братишка. Давай посерене. Ой, больно тебе, наверное, браток. Его можно уничтожить, и с него кое-что выпадет, если побеждаем. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Надо срочно поесть яблоко. Если не поем, мне конец. Отход. Уходи, уходи. Я ж в тебя целюсь. Ты чего делаешь? О, нет. Бамс, бамс. Бамс. Аж это, трещины по земле прошлись. О, нормально, спасибо, что закинул меня на высоту. Это же наоборот хорошо. Отход. Получай. Отлично, все четыре зарядил. Следующая обойма, наверное, я его все-таки повалю. Ай-яй-яй, если бы все четыре попал. А так получил люлей. Нет-нет-нет-нет-нет. Пистолет. Ты не смеешь подходить ко мне, понял? Ай-яй-яй, опять два патрона. Ну вот сейчас ты должен лечь, я не знаю, уже пора. Уже пора бы немножко прилечь. О, отходит. Так, у меня еще много брони. И воду. Спасибо, вообще не испугал. Не страшно мне получить урон от падения в воду. Это как в подушку упасть. О, а не, я ничего не надамажил. И спасибо, что опять меня уронил в воду. Не, ну видишь, как много на него нужно патрон. Ну, револьвер бессмертный, не уничтожается, поэтому... Отлично. Точнее, не изнашивается. Мы видели уже его, походу, все анимации атаки. Настреляли еще, но этого не хватило. Стоим около воды всегда, это, походу, суперэффективный метод. И пора кушать яблоко, потому что мне схватит, скорее всего. Ну, по крайней мере, должен схватить. Но пока этого не делает. Ну чё, уплываем опять. Очень тяжело стрелять в воде. Но мы и не такому научимся, когда на нас сиреноголовый ползет. Почему я не восстанавливаю дыхание? Во. Фух, вдохнули. Ну и постреляли. Не, в воде, кстати, против него удобно сражаться. Найс. Надо яблоко есть. Уплываем. Подальше, подальше. Спасибо, что подтолкнул. Не очень хочется в воде долгое время находиться. И давай сам уже упади как-нибудь. Смотри, как он в воде смешно отходит. Да, сиреноголовый. Давно мы с тобой не виделись, дружище. Столько лет прошло. Ой-ой-ой. Ничего себе. Ну вот сейчас. Да. Отлично. Ну что, готов? Бамс, 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 наваливаем. Неужели еще живой? Сколько, сколько мне надо в тебя всадить пуль? Ты же уничтожаешься, рано или поздно ты должен быть уничтожен. Ай! Вот это больно. Я проиграл. Настолько он сильный. Разворот. Бам! Ой-ой-ой-ой. Сколько же можно от него бегать еще? Смотри, какие прыжки делают вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас мог... Он мог меня уничтожить. Как у меня... Что? У меня дюкнулись золотые яблоки сейчас. Чего? И такое может произойти, представляешь? Пришлось брать новый револьвер. Но ничего. Мы еще сможем его победить. Я бы брал два запасных револьвера, если бы сражался с ним. Так, отходи. Господи, нет, это вообще, это нереально. Не знаю, как его...
по-настоящему можно победить. Такой сильный моб. Фу, я уже устал по нему настреливать. Сколько ты можешь меня... Нет, я опять... Все. Мда. Вот так вот он уничтожается, как ты видишь. То есть мы падаем, и прям он, я не знаю. Ой! Вау, победа! Что это? Ладно, я признаюсь, я знаю, что это. Это вот такая вот башка сиреноголового. Надеть ее, как ты видишь, нельзя себе на голову, но с ней можно сделать кое-что крутое. Ты посылаешь такую вот волну. Только не знаю, работает или нет. Чё? А как? Стоп. Не понял, не работает. Что за бред? А, я понял. Короче, он когда стоит, он через 5 секунд пускает волну, которая атакует все в радиусе 20 блоков. То есть даже вот тут стоя, я получаю урон. Прикинь? Ай! Вот такая вот штука. Не, реально крутая. Это трофей. И такой трофей лучше ставить там, где ты собираешься какую-нибудь ферму из мобов делать. Получается. Вот, допустим, я ее возьму сейчас. Ай. И поставлю рядом со свинкой. Что произойдет, интересно? Давай, смотрим. И... Она получает урон моментальный. То есть, если у тебя есть какой-нибудь спавнер, у тебя есть монстры с этого спавнера, то ты можешь реально жесткую такую фармильную блоков сделать. Фармильную ресурсов. Или даже пилоджеров. Каких-нибудь уничтожать и уходить. Это же реально гениально. Плюс я получил 100 левелов. Ну, вот такой вот мод. Надеюсь, тебе пришелся по душе данный видос, и ты поставишь на него лайк. Подпишешься на мой канал, если еще не подписан, иначе сам знаешь, пуля в лоб. Ну ладно, делай, что хочешь. Но самое главное, не теряй! Ах да, ссылка на этот мод в описании. Обязательно качай на Minecraft Bedrock Edition 1.20.50.